Всем постам! Полная мобилизация! Направляйтесь к башне Фиска! Фиска? Капитан Ватанабе. Вы задержали его? Нет. Мы у башни Фиска, но все еще ждем ордера. Можно я загляну на вечеринку? Знаешь, какие у него адвокаты? Нужно сделать все строго по закону. Да брось, Юрий, я этого 8 лет ждал! Правда, хочешь помочь? Отправляйся на Таймс-сквер. Там его парни решили задержать в пути мою группу поддержки. Понял. Будет сделано. Алло? Паркер, где ты? Нам нужно хоть раз прогнать демонстрацию до приезда комиссии по грантам. Да. Простите, да. У меня тут личное дело. Скоро буду, обещаю. Надо быстро закончить и бежать на настоящую работу. Похоже, Юрий вызвал кавалерию. Таймс-сквер, мы тут под обстрелом! Пора пробивать. Двойную порцию тяжких телесных. Знаете, я сегодня что-то бодрый такой. Мне это не нравится. Да подстрелите же его! Офис-то нанял немало ребят. Надо было это заснять! Человек-паук, как ситуация? Я почти закончил. А вы? Мы сейчас начнем. Скоро буду. Не терпится увидеть, как ты защелкнешь на Уилле наручники. Так, Юрий, готово. Что происходит? Юрий? Юрий! Так и знал, что Фиск поднимет шум.
еще людей. И закройте небо. Юрий, ты как? Если он выберется из здания, не поймает. Ну, я тогда... Начинай. Да. Время пришло, Вилли. Берегись! Эй, ты куда это? Лови! Я расчищу путь, за мной! Уходи, паук, мы сами справимся! Не хочу вас огорчать, но вы уже не справились! Что здесь делает человек, паук? Он же все испортит! А, спасибо за поддержку, ребята! Вообще заткнешься? О, нет! Вот она, некомфортная рабочая среда. Надо убрать стрелков. Кажется, это все. Вперед, вперед! Они вырубили лифты! Лестница! Я предпочитаю более прямой подход. Человек-паук, как там? Поднимаюсь потихоньку. И надеюсь, что никто не включит лифты. Наши вертолеты под обстрелом. Фиск расставил своих бойцов на всех этажах. Он в отчаянии. И бросил на нас все, что у него есть. Найду его и покончу с этим. Рано. Мы перехватили их разговор, они чистят серверы с данными. Нам нужны доказательства, чтобы засадить его надолго. Так, значит, серверная. Звонок от Мэй. Лучше отвечу. Привет, Мэй. Что ты там делаешь? Смотрю супергеройский фильм. Как жизнь? Хотела напомнить, что завтра вечером у нас ужин. Точно. Слушай, у меня тут... Хорошо. Люблю тебя. Я тебя тоже. Яп, держите его, не давайте ему прыгать. Пожалеешь. Я к нему. Что прикажете с этим... Надо найти серверную, пока улики еще там. Если я пойду здесь, они уничтожат все улики. Надо проникнуть по-тихому. Вот так лучше. Нормальные герои всегда идут в обход. Может, Фиск и грязный бандит, но в вентиляции у него на удивление чисто. Быстрее! Босс приказал все стереть. Я не могу ускорить удаление. Это техподдержка? Я забыл свой пароль. Человек-паук! Внимание! Полное форматирование. Вы даже для сисадминов. Надо попытаться спасти хотя бы остатки данных. Посмотрим, как у них с безопасностью. О, нет последнего обновления. Прячешься в серверной? Какой трус. Не ожидал. Говорит парень, удаляющий историю запросов. Глупый мальчишка. Жизнь тебя так ничему и не научила. Да, но в том-то и моя прелесть, верно? Проклятие. Было бы тебе живо! Прикончить его! Уничтожить все! Посмотри вокруг! Это все создал я! А чего в своей жизни добился ты? Ну, однажды я между делом задержал одного напыщенного криминального босса. Если я уйду, весь сброд этого города вылезет на улицы, и виноват будешь ты! Ты славно потрудился, Фиск.
Мне почти жаль тебя. Это Юрий, только взрыв только что... Я видела. Похоже, Фиск тут все заминировал. Я высылаю саперов. Им никто не помешает. Кажется, это все. Все чисто, вперед! Эй, вы! Кажется, бомбы входят в план побега Вилли. Похоже, они заперты. Ты иди к ним. Мы найдем бомбы. Все на выход! Всем покинуть здание! Кажется, там еще есть люди. Я их найду. Человек-паук! Не вылезти! Мы застряли! Я подниму. Освободитесь, выбирайтесь. Помогайте тем, кто ранен. Ясно? Ну, вперед! Получилось! Идем! Ну, Уилли, я уже на подходе. Человек-паук, это Юрий. Как там, капитан? Могло быть лучше. Наши вертолеты потрепали, пришлось их увести. Если за Фиском прилетит вертолет, ему никто не помешает. И если улетит, догонять будет некому. Почему у меня такое чувство, что он спланировал все заранее? Это на него похоже. Черт! Юрий, врачей сюда! Срочно! Попытаюсь. Ложись! Я готов! Побаловался и хватит. Еще ракеты? Это уж слишком, нет? Я тебе башку оторву! Что? Сегодня что, день ракетчика? Попался! Ну и как бы саперы смогли здесь пройти? Он здесь! За ним! Спокойно! У меня на всех хватит! Мы закончили! Должны быть где-то впереди. Надеюсь, они живы. Вы в порядке? Мы как раз хотели звать подмогу. Так это я? Ты вперед! Мы пойдем за тобой. Эй, босс. Время спали с Фиском? А, у меня слишком богатое воображение. Держи его! Бейте его! Итак, ваш план не сработал. А теперь план... Эй, Юрий, похоже, кое-кто из ваших работал на Фиска. К счастью, это была последняя линия обороны Уилли. Я у входа в кабинет. С радостью. Пишешь мемуары? Не забудь дефис между человек и паук. Готовьте вертушку. Я скоро буду. Я удивлен, что ты добрался. Но отсюда ты не уйдешь. А, ты же понимаешь, что я тебя вижу, да? 8 лет этой наглости. О, это мне не стоило! Дожду нужного момента.
зарядка. Что ты делаешь? Как это может быть? Что такое, Уилли? Ты недоволен? Я тебя уничтожу! Ты уж постарайся! Вот мой момент! Ты виноват во всех бедах этого города! Я хотел сказать так про тебя. Вы знаете, что делать! Окружить! Что насчет поцелуя? Ладно, в другой раз. Наконец-то едешь в Райкерс, да? Думаю, у тебя тут врагов даже больше, чем у меня. Если ты думаешь, что не будет никаких последствий... Ой, мне пора. Эй, удачи, Вилли. Чувствую, она тебе понадобится. Идиот! Я сохранял порядок в этом городе! Один месяц! Один месяц, и ты пожалеешь, что меня нет! Главарь отправляется за решетку. Конец эпохи. Такое стоит отпраздновать. Может, отпуск возьму? Паркер, ты где? Комиссия скоро будет здесь. Надо проверить оборудование. Совсем рядом! В паре кварталов! Ой, придется все делать самому. Не надо! Это опасно! Ценю энтузиазм Дока, но иногда он перебирает с ним. Надо поспешить, пока он не покалечился. Простите, опоздал. Я... Вы начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! Черт!
А, может быть, отключить? Еще нет. Сейчас! Доктор Октавиус, вы в порядке? Опять неудача. Но почти. Пострадавших нет? Нет, это все из-за меня. Затраты энергии превысили ожидания. Но в каком-то смысле это тоже неплохой результат. Результатом здесь не пахнет. Уверен, следующий этап... Не будем забегать вперед. Мы можем где-нибудь еще это обсудить. Может быть, тебе сегодня взять отгул, Питер? Но... Потом поговорим. Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? Да, док... О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышло. Перенаправим сервопривод. Простите, опоздал. Я...
начали без меня. Глава комиссии по грантам скоро прибудет. Ты что, Паркер? Я изобрел это оборудование, значит, справлюсь с ним. Гаситель колебаний! Это бред какой-то. Как глушитель мог не выдержать? О, ты не в лучшей форме, малыш. Посмотрим, что с тобой не так. Плата сгорела. Паршиво. Если бы я не опоздал на проверку, я бы заметил. Вышла. Ага, перенаправим сервопривод. Сбалансируем напряжение. Закончим. Посмотрим, что будет. Как новенькая. Док испытывал новые материалы для протеза. Он просил меня просмотреть работу, когда будет время. Оно пришло. Док проводил испытания с новым материалом для протеза. Гидрогель-полимерный композит. Прочно, но сопротивление велико. Скажу доку, что стоит попробовать что-то еще. Так, ладно. Надо уходить отсюда.